В минувшие выходные во дворце борьбы самбо и дзюдо Аула Кашхабли прошел ежегодный турнир на призы главы муниципального образования Кашхаблиское сельское поселение. В этом мероприятии приняли участие около 167 спортсменов со всех районов республики, а также города Курганинска и аулов Урупский и Конуковский. Перед началом соревнований участников поприветствовал глава поселения Мурат Курашинов. Рад приветствовать вас всех на Кашхабльской земле. Я сам, как бывший ученик Кашхабльской ПСША, школы дзюдо, хочу сказать такое, что не всем, конечно, суждено быть чемпионами, олимпийскими чемпионами мира, но дзюдо, секция – это семья, это спорт. Я сам благодарен своему тренеру Аскеру Кипарову, который тоже вложил в меня воспитание мое, становление мое как человека. Поэтому всем вам пожелаю всего самого хорошего, заниматься спортом, любить друг друга. Пусть победит сильнейший. Спасибо. Также хочу обратиться к ученикам Кашхабльской ПСША и сказать, что есть примеры для подражания. Вот сегодня у нас в зале наш ученик тоже, Альдемир Чепаров, присутствует. Азамат Дохов есть наш спортсмен, но сегодня, конечно, его нету с нами в этом зале, но пример для подражания. Также сегодня в нашем турнире присутствует Аслан Мудранов. Спортсмены сражались в 14 весовых категориях, и результаты наших спортсменов были просто впечатляющими. Рамазан Кашуков заслуженно стал чемпионом в весе 81+. Дамир Даутов завоевал серебряный приз за выступление в весе 81 килограмм. Самир Бжецов занял первое место в категории 66 килограмм, а его брат Дамир Бжецов заслужил звание бронзового призера. Артур Даутов одержал победу в весе 60 килограмм, а Рамазан Пшенетлев поделил третье место в весе 55 килограмм. Дамир Тауф занял второе место в категории 46 килограмм. Салим Каноков и Джамбулат Казаров завершили соревнования на третьих местах в весе 42 килограмма и 38 килограмм соответственно. Поздравляем всех наших спортсменов с отличными достижениями и желаем им новых уверенных побед. Хочется отметить, что участие в таких соревнованиях не только позволяет продемонстрировать индивидуальные навыки и выносливость, но и способствует развитию спортивного духа и объединению различных регионов в стремлении к победе.